Он молчалив, но опасен. Без разницы. С разбойниками нужно покончить. Срочно! Чудная мысль! А мне пора спешить домой. Алексиус, я придумал, как разрешить нашу дилемму. Приходи, как будет время. Если нужна древесина, почини мой сломанный лук. Обычно я плачу после, но это дело ползет, как улитка. Идем за мной. Я стану богатой, как крёс. Луки настолько хороши? Грядет война. Афининам нужны хорошие луки, чтобы одолеть Спарту. И все в выигрыше, ну да. Ты что, Маркус? Не надоело подбирать крошки? На этой войне можно разбогатеть. А еще я слышала, ты спартанец. Это было давно. Я кефалониец. Давай сюда. Держи, как новенький. Лук, достойный самого Геракла. Попробуй. Стреляй по этим мишеням. Договор. Добудешь древесину? Разбойникам пора потесниться. Договор. Я тебе помогу. Наконец. Маркусу очень повезло, что у него есть ты. Я накажу разбойников. Уж постарайся. Я разберусь с разбойниками и в два счета верну древесину. Ха! Знал бы ты, сколько Маркус кормил меня обещаниями. Так, я тебе помогла, теперь пришла твоя очередь. И быстрей! Эси! Могучий кефал,
Молю тебя, пошли нам защитника, того, кто достоин твоего копья. Звала? О, Алексиус. Зачем ты ищешь защитника? Я изучала надписи, выгравированные в святилище. Похоже, копье спрятали в пещерах под Кефалинией, когда основали этот храм. Ты можешь отыскать его, скажи. Если копье еще там... Что ж, возможно, тебя... О каком копье речь? Алексиус, разве в детстве ты не слышал эту историю? Мне было не до историй. Что ж, но ты знаешь, что Кефал основал Кефалинию и был предком Одиссея. Это копье – подарок богов. Оно всегда попадало в цель. Должно быть, убив копьем жену, он и спрятал его. Зачем он метнул такое копье в жену? На охоте он услышал шум в кустах. Опасная вещь. Но только если бросать в кого-то. Зачем тебе копье? Ты ведь не думаешь стать солдатом, правда? Нет, конечно. Нам пригодятся их пожертвования. Итак, где копье? Похоже, оно где-то в пещерах, глубоко под Кефалинией. Маловато сведений. Ты совсем не веришь в богов. Сделаю, что смогу. Спасибо. Я подготовлю место в святилище. Здесь опасно. Надеюсь, меня не заметят. Вот.
Нападение произошло тут. Огляжусь. Здесь море следов. Группа людей ушла на запад. Груз забрали, повозку бросили. С такой ношей вор не мог уйти далеко.
Лишь бы не заметили. Что за... Там кто-нибудь есть? Кажется, ничего. Кто свистит? Убит выстрелом в спину. Дело рук разбойников. Это и есть лагерь разбойников. Подкрадусь к ним.
Бежать хочет. Захвачу немного древесины. Старуха не поверит мне на слово. Мистей, хочешь свежие овощи? На самом деле, мне нужны не овощи. Как и всем. Поэтому наши овощи гниют. Мы хотим накопить денег и уехать с Кефалини. Понимаю вас. Стой. Справиться. Об этом лучше спросить меня. Ты боишься акул, Мистей? Я никого не боюсь. Так скажешь. Акула? Она сторожит ожерелье. Если его продать... Глупец не подумал. Желание покинуть Кефалинию мне близко. А кому нет? Что у нас есть? Оно в сундуке. Найдешь... Не это ожерелье. Оно. Мы можем уехать. Но... Как знакомо. Пошел. Кайла. Надеюсь, меня никто не заметит. Huh?
кожа человека. Проверю. Кто тут свистит? Что за звук?
Зевс, циклоп настроен серьезно. Вот и ты! Циклоп важнее какой-то там древесины. Я подумал то же самое. Ну, твой план? Итак, я должен свести счеты с циклопом. Как и ты, мой непримиримый друг.
Он бы не искал меня, если бы не ты, друг. Точно. Но, клянусь, я покончу с этим. Что ж, излагай, что я должен делать? Ты хотел сказать нам. Я умней и буду тебя направлять. Ну-ка. Скажи, чем дорожит циклоп? Ближе к делу. Ладно. Ты тронулся? С ним мы победим и разбог... Нет, нет! Значит, мне пригодится мой новый... Циклоп хранит глаз дома, так как очень дорожит им. Ладно. Что? Это твоя сущность. Принеси мне глаз и поймешь, что заблуждаешься. Помню. Если ты справишься, циклоп не отрежет нам головы... Осталось найти глаз. Если он такой ценный, наверняка его спрятали.
Элла! Если богам нет дела, мы должны победить болезнь сами. Выбора нет. Спасите! Он нас не отпустит. Что происходит? Каусса поразила чума. Умершим не было счета. Наша родня и соседи все мертвы. Нам удалось выжить, но сейчас он убьет и нас. Боги покинули нас. Неужели лекарства нет? Все бесполезно. Лекари нас боятся. Вы сожгли всю деревню? Молитвы не помогли. Но я даже не слышал о чуме. Им уже не помочь. Нет. Не вмешивайся, или я буду вынужден защищать волю богов. Защити нас. Мы почти не больны. Этого не будет. Только так мы сможем защитить всю Кефалинию от верной погибели. Прошу. У нас дети. Лучше иди своей дорогой. Отпусти их. Что? Ты не бог. Что-то неладно. Даже не думай. Тебе мать.
Твои силы. Давай. Трудно найти достойного. Тебе не победить. Твои силы на исходе. Давай, Супер. Давай. Зря ты взялся за это дело, Талос. Всех спас. Этот жрец из царства мертвых. Нам пора. Но сперва вот, возьми деньги. Знаю, этого мало, но больше у нас не. Спасибо вам. Удачи, Кина. Давай. Давай. На! Да это же воитель Маркуса. Ха, неужели ты выполнил мою просьбу? Я нашел разбойников и отправил Каиду. Ты правда думаешь, что я поверю наемнику? Я подозревал, что ты мне не поверишь. Убедись сама. Образец твоей особой древесины. О, боги! Мы разные, хоть и работаем вместе. Бери плату. Алексиус? Да. Славно. Так как насчет награды? О, конечно. Ты заслужил ее.
Сами. Интересно, смогу ли я уехать, не ввязавшись в драку? Ха, на что я надеюсь, сами все тот же. Так и знал, что меха нужны тебе, Ила. А я знал, что за дело возьмешься ты. Как бы Маркос не стал ревновать. Я даю объявление, чтобы... И зачем тебе шкуры? Для войны Афине нам нужны доспехи. Держи! И быстрее всех! Береги себя, Ил. Ты тоже, Али. Деревня стала гнездом беззакония и преступности.
Не стоило нападать на меня. Я не животное. Мисти, ты должен помочь мне. Должен?
Если ты чувствуешь, откуда ветер дует, да. Я слушаю. Я финский изгнанник. Для местных разбойников твои деньги как песнь сирены. Деньги останутся при мне. Кроме... В чем дело? В моем брате Арнеусе. Он в плену у разбойников. На нас напали по прибытии. И я должен спасти... Доставь его сюда живым и здоровым. Я спасу. Да, да, Я не кефалонит. Посмели тронуть меня. А ты возьми деньги за хлопки. Хотя можно было и побыстрее. Меня нанял твой брат. Как быстро он нашел себе службу. Внесу ясность. Если бы не деньги. Арнеус, мы... Не знаю, где ты нашел этих головорезов, но они справились. Очень мило. Я видел, как ты копался в моих сундуках. Считай это платой за свою спесь, Малака. О, он же спас тебя, Арнеус, не надо. Я уже ухожу. Лучше мне уйти. Здесь слишком опасно.
этого! Я тебя вижу. Давай. Но! Опасное место. Нужно укрыться. Я могу затаиться в кустах. Малака. Глаз так тщательно охраняют. Лучше не лезть на рожон. Давай, пошел! Элла!
Сколько лет на Кефалинии, а я и не знал, что дворец Одиссея находится здесь.